Можно ли было предотвратить манчестерский теракт? Внутренняя разведка Великобритании изучает жалобы знакомых Салмана Абеди, которые, как оказалось, давно подозревали его в экстремизме, и проводит новые аресты. Оксана Кундеренко собрала последнюю информацию. Что ни день, новые аресты. Уже 16 подозреваемых в пособничестве манчестерскому подрывнику задержаны. Спецподразделения штурмуют новые адреса, ведь действовала разветвленная сеть экстремистов. Мы не остановимся, пока не обеспечим безопасность людей. Некоторые участники банды все еще на свободе. Бюджет операции внушительный, да. Мы дополнительно привлекли почти 2000 сотрудников внутренней разведки. Это один из районов Манчестера. Здесь обнаружили и увезли в безопасное место подозрительную машину. Рейды проходят по всей Англии. Вот южное побережье. Обычный парень вернулся домой и обнаружил, что его сосед – потенциальный террорист. Это шок. Я закончил работу и зашел за вещами. Собирался идти в гости к девушке. А тут полиция на пороге. Мне, конечно, не рассказали детали операции, но то, что рядом жил такой человек, я крайне подавлен. Под колпаком друзья Салмана Абеди. Двое студентов, изучавших химическую инженерию. А это сам Абеди за несколько часов до атаки. Известно, что парень еще в школе ездил с отцом в Ливию воевать против режима Каддафи. Абеди было всего 16 лет. Как минимум трижды о нем докладывали в органы. Салман грозился умереть ради высокой цели. Да, в прошлом могли быть допущены ошибки. Мы дали возможность разведке Ми-5 рассмотреть все жалобы и узнать, что пошло не так несколько лет назад. Под пристальным вниманием полиции в Манчестере состоялся массовый забег. Тысячи людей приняли участие в благотворительном марафоне, и все прошло гладко. Мы очень долго думали, проводить ли такое массовое мероприятие, и все-таки решились. Хотели доказать, что нас не сломить, не изменить. Мы не намерены нарушать привычный уклад жизни. В центр города по-прежнему несут цветы и воздушные шары. Их целое море. Манчестеру еще предстоит хоронить своих горожан и возвращать к нормальной жизни раненых. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.